Напомню, что на вручаемых будущим первоклашкам рюкзаках надпись «КамАЗ» красуется не просто так. Именно автогигант ежегодно дарит эти ранцы каждому юному челнинцу, который собирается впервые пойти в школу. А сегодня в детсаду номер 103 «Тургай» генеральный директор акционерного общества вручал их ребятам лично. Кроме того, он объявил, что в честь праздника, ну и поскольку ребята стали уже почти совсем взрослыми, послеобеденный тихий час отменяется. Это порадовало малышню, которая, в свою очередь, порадовала родителей, воспитателей и гостей утренника разученными стихами и песнями. Подробнее о встрече главы градообразующего предприятия с дошкольниками и их родителями расскажут наши коллеги из «Вестей КамАЗа». Очередной выпуск смотрите на нашем телеканале завтра в 19:15, сразу после программы «Новости 24» «Набережные Челны».